В выходные дни улица Адмиральская на несколько часов превратилась в трассу для гонок лучших велосипедистов Украины. Такое количество участников в Николаеве собирается впервые. На протяжении трех дней велогонщики соревновались в гонках с раздельного старта на 10 километров, групповой гонки и гонки «Критериум». В каждой из них принимали участие николаевские спортсмены. Наиболее успешным стало выступление Максима Белого, который был одним из лучших в групповой гонке среди 125 человек. В гонке «Критериум» наши земляки тоже добились успеха. Валентин Соловей в напряженной борьбе выиграл третье место. Впереди у николаевских велогонщиков еще второй тур весеннего чемпионата, который пройдет в Кировограде. А ближайшие соревнования, которые состоятся в Николаеве, это спартакиада. У нас в Николаеве 14-17 будет спартакиада школьников Украины. Никогда у нас не было в Николаеве. Ну, это в связи с тем, что Николаевская область идет на первом месте, и поэтому в Киеве тоже смотрят. Какая область достойно выступает, там, естественно, и будут проводить соревнования. Так как детей у нас очень много, это начиная с мужчин, женщины, юниоры, юниорки. Также очень много малышей у нас, вы сами видите. Это чисто детей с Дюшор и также с других ВУФК. Олег Гордей, Павел Ткаченко, MSN Digest.